Сегодня ждем до плюс 32, в пятницу до плюс 34, и это только неделю. 3 июля прохлада до плюс 22. Не мудрено, что в такой лютый зной тянет к воде, но надо быть осторожным. На третьем озере Щелоковского хутора сегодня спасатели извлекли из воды очередного утопленника. Известно, что это молодой парень 98 года рождения. Обстоятельства гибели устанавливаются. С начала этого купального сезона в Нижегородской области уже погибли 17 человек, трое из них – дети.